Здравствуйте! Сегодня мы научимся с вами выполнять красивые простые шнуры, которые вы можете использовать для выполнения браслетов и других аксессуаров. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с трех воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три. И в первую воздушную петельку мы с вами провяжем столбик с одним накидом. Я специально ее сделала более свободную. Выполняем столбик с одним накидом. Теперь петелечку можно подтянуть аккуратненько. Подтянули. Далее мы с вами выполняем 3 воздушных петли. Раз, два, три. Это у нас с вами будут петли подъема. Далее в наше колечко мы с вами будем провязывать 13 столбиков с одним накидом. Провязываем. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 столбиков у нас с вами будут получаться по одной стороне нашего колечка. Далее, 7 столбик мы провяжем как бы по центру. И теперь переворачиваем. И еще 6 столбиков провязываем по другой стороне нашего колечка. То есть уже получается под воздушными петлями. Провязываем. Еще 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Всего, напоминаю, столбиков должно получиться 13. Выполнили. И завершаем нашу работу соединительной петлей в третью воздушную снизу петлю подъема. Выполнили. Вот такое колечко, кружочек у нас с вами получился. Что мы с вами выполняем дальше? Далее провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь для того, чтобы выполнить столбик с одним накидом, мы отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. В третью вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. Теперь выполняем 4 воздушных петли. Это у нас с вами будут петли подъема. 1, 2, 3, 4. И провязывать в наше колечко теперь мы с вами будем столбики с двумя накидами. Под столбик с одним накидом по эту сторону колечка мы с вами выполняем 9 столбиков с двумя накидами. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Напоминаю, 9 столбиков с двумя накидами. Далее у нас с вами воздушные петли. И мы вводим крючок в верхнюю воздушную петлю и выполняем соединительную. Хорошо подтягиваем ее аккуратненько, вот так. Далее мы переходим на другую сторону нашего колечка и опять выполняем 9 столбиков с двумя накидами, только уже по другую сторону нашего колечка. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. И замыкаем наш кружочек. Вводим крючок в четвертую воздушную петлю снизу и выполняем соединительную. Наш кружочек готов. И вот хорошо видно, в нашем шнуре чередуется большое колечко и малое. То есть сначала мы с вами выполнили маленькое колечко, теперь выполнили большое. Здесь у нас столбики с одним накидом, здесь столбики с двумя накидами. Далее мы с вами будем вязать маленькое колечко. Для этого будем набирать не 7 воздушных петель, а 6. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также выполняем накид на крючок. Вводим крючок в третью петлю от крючка. 1, 2, в третью. И провязываем столбик с одним накидом. И выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Теперь в наше колечко будем провязывать 6 столбиков с одним накидом. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем работу поудобнее. Опять же, вводим крючок в воздушную петлю. Хорошо видно, это у нас самая первая петля, которая начинается от предыдущего колечка. Выполняем соединительную. И по другую сторону нашего колечка опять будем выполнять 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в третью воздушную петлю снизу. 1, 2, 3. Выполняем соединительную. Наше маленькое колечко готово. Немножко распрямляем его. Вот хорошо видно, как у нас с вами чередуются большие и малые колечки. Давайте посмотрим, как наш шнур смотрится с изнаночной стороны. И так он будет смотреться с лицевой стороны. Вы можете самостоятельно чередовать большие и малые колечки, выполнять их по 2. Или можете выполнить шнур, просто сделав только малые или только большие колечки. Творческих вам успехов!